Дмитрий, приехал с Владимирской области из города Лакинск специально на обучение в Академию телесно-ориентированных практик Альфа-ТОП. Меня очень заинтересовало это направление, так как с помощью мануальных практик можно легко и быстро помочь человеку убрать симптомы, зажимы, поправить сколиозы, поставить себе позвонки. И не только. Также можно и поработать и с головой, отдельно можно сказать, и с челюстью, да, и с ушами, с носом, вот, и с брюшной частью. Ну, это все, что мы проходили, как раз висцеральную терапию, да? Да, правку, да, носа, уха, челюсти, ребра, копчика и так далее. И в общем, всего человека разобрали по кусочкам, да, и потом собрали. Внести это все в свою практику. Так что ждите меня с новыми знаниями и навыками в моем любимом городе, родном Лакинске. Пока-пока.